Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» Составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Горгона, медуза, защитница-повелительница, наиболее известная из трех сестер Горгон, чудовище с женским лицом и змеями вместо волос. Взгляд на ее лицо обращал человека в камень. Была убита Персеем, упомянутого Одиссеи. Свое имя морская медуза получила из-за сходства с шевелящимися волосами, змеями легендарной Горгоны Медузы из греческой мифологии. Младшая дочь морского старца Форкия и Кетта. По другой версии, дочь Горгона и Кет, единственная смертная из Горгон. Одним из заданий, данных Персея царем Полидектом, было убийство Горгоны Медузы. Справиться с чудовищем герою помогли боги Афина и Гермес. По их совету, перед тем, как отправиться в бой, он посетил вещих старух, сестер Грай, которые были также фаркидами, сестрами Горгон, имевших на троих один глаз и один зуб. Хитростью Персей похитил у них зуб и глаз, а вернул лишь в обмен на крылатые сандали, волшебный мешок и шапку-невидимку Аид. Граи показали Персею путь Горгонам. Гермес подарил ему острый кривой нож. Вооружившись этим подарком, Персей прибыл к Горгону. Поднявших воздух на крылатых сандалиях, он смог отрубить голову смертной медузе, одной из трех сестер Горгон, смотря в отражение на полированном медном щите Афины. Ведь непосредственный прямой взгляд на лицо медузы обращает все живое в камень. От сестер Медузы Персей скрылся с помощью шапки-невидимки, спрятав трофей в заплечную сумку. Во время этого поединка Медуза была беременна от Посейдона. Из обезглавленного тела Медузы с потоком крови вышли ее дети от Посейдона. Великан Харисаор, отец трехтелого Гериона, и крылатый конь Пегас. Из капель крови, упавших в пески Ливии, появились ядовитые змеи и уничтожили в ней все живое. Афина дала Асклепию кровь, вытекавшую из жил Горгоны, Медузы. Кровь, которая текла из левой части, несла смерть, а из правой использовалась Асклепием для спасения людей. И в отрубленном состоянии взгляд на голову и лицо Горгоны сохранял способность превращать живых существ в камень. Персей воспользовался головой Медузы в бою с Кетта, драконоподобным морским чудовищем и матерью Горгон, которое было послано Посейдоном опустошать Эфиопию. Показав лик Медузы Кетта, Персей превратил ее в камень и спас Андромеду, царскую дочь, которую предназначали в жертву Кетта. Перед этим он превратил в камень Титана Атланта, поддерживающего небесный свод неподалеку от острова Горгон. И тот превратился в гору Атлас в современном Марокко. Вот так вкратце из Википедии о Горгоне Медузе. Пока-пока, до свидания.